донатом начну. Попробуйте закинуть чуть-чуть. Просто слушай на прямую цену. Я вылет от этого на температуре, как на фуре. И главный помер будет с этого света на боте. Почти уже пули на том краю, меня не ждут гули. Вот я дури, дети трещат, жена сидеет на глазах. Боевую халат, они не при делах. Ведь с акцентом, ведь на платах и процентов. Друзья, наша группа уже давно, уже 10 лет, дрожит от страха. Нас раздирают моральные противоречия. Нас пытаются обвинить во многих страшных грехах. На нас пытаются повесить нестабильную и ухудшающуюся мировую ситуацию. Мы порой чувствуем себя немощными супергероями, которые призваны изменить этот мир, но не могут. Мир безнадежен. Все катится в тартарары. Но каждый из нас должен хранить себе частичку настоящего сверхчеловека. Следующая песня посвящается всем людям, которые никак не могут как следует отдохнуть от спасения планеты. Капитан Америка не берет трубу! Это мама.
клочья. Должен только не пытался помочь нам Супермена не собрать по кусочкам. Горит у обочины, как папир раскочен. И продолжается в день бежать. Люди не слежат в могиле братской. Мать природа идет на злом арком. Ему надо бьются на ровном человеке пауком. Супергерои никогда не супер. Платят чужую мужик, а не жалких людям. Жертва на жертву друг на трубе. Абонент по-прежнему не доступен. Еще 5 минут, и наши пройдут. Кругом из тенгеров и суматоха, а капитан Америка не берет рукой. Он проснулся в огромной постели, в окружении учебных фотомоделей. Голова стыка гуляла с портрета, да, это было галфелой, конечно, ели. Около бутылки от кристалла, бантики серебристые, от резина гребристые, всякую бутылку шелтые, быстрые на телефон надрываются неистово. Это дело возмущение. Уже люди назвали бы пароль. Какой нахрен мир, какое спасение. Завтра звоните, сегодня воскресенье. Миру везде, все очень плохо. Еще 5 минут, и наши пройдут. Другом из крикеров, и суматоха. А капитан Америка не берет руку. Миру везде, все очень плохо. Еще 5 минут, и наши пройдут. Сегодня какие-то новые слова для себя открываешь? То есть все знакомы были бы, да? Ужасно. Где, мне скажи, ты всю эту лексику ужасно подчеркнула? Я их поняла. Да? То есть все нормально, да? Как дела, говорю, нормально все? Хорошо. О, отлично. Как тебя зовут? Саня. Саня, меня Ванечка. Ты с кем так участвуешь? Я с мамой. Мама, я что, мама где? Ой, привет. Ну что, как оно? Нормально идет? Мы сейчас живем будем играть. Да? Итак, друзья, сейчас мы будем все играть на музыкальных инструментах. Это даже еще более ужасно, чем когда вот минусовку. Но я думаю, что все будет отлично. Нестабильной и ужасной ситуации в мире. Люди позабыли Бога. Я считаю, это главная причина. Мы больше не ищем ответов в себе, не верим в то, что наши мысли материальны, не верим в загробную жизнь. Все это отвратительно и ужасно. Все беды современного общества от этого ебаного атеизма. Сейчас мы покажем вам свет. Мы обратим вам ваше внимание на важные вещи, и я надеюсь, что это зажжет некий свет внутри. Христианский гангстер-рэп. Так я у себя в плейбе в моменте уже об этом произведу. Йоу! И
никакого эффекта. За годом года я не бизнесмен, не банкир и не бизнес-спектр. Многие мне говорили, что я открутил неправильный вектор. А потом я однажды взял и создал тоталитарную секту. Я его задолбовал, без палива растол на талон. На зарплату, чтобы учебы до рада, арендовал для собрания подвал. Неделю сначала по разу, пути по два. Вы сидите монетно в руках, вы не хотите туда. Вытянулись про два, и вот уже в руках на шутки зажал. Боже, дай ей мою голову, но подробно вы без дыша. Уходит в ночь, большая толпа приножа. Для универа, как учитель, шепот не ошар. Шуршал, голос, голос, женский взнос нарожал. Я все не снижал. Стало тесно в подвале, я руки сужал. Еще пару лет на центр занял, аж ты не нажать. Теперь учишь, не каждый уверен, на дождь и песни держать. Пору пою эту песню, песня сия хороша. То есть и носим все, слався на Руси. Ученые все колосили, там плохо си. По земле колеси, как и семеси. Погони и вернулась на немеси. То есть и носим все, слався на Руси. Ученые все колосили, там плохо си. По земле колеси, как и семеси. Погони и вернулась на немеси. Йо-йо-йо! Не вези, это главная заповедь на моей скрижали. Не вези власть имущим, чтобы помещение не отжали. Не вези от народов экстремистов, чем они тебе помешали. Они же просто другим сектор не обижают. Не против один уголек, а каждому уже дорогу по преданной Пасхе. Они со своим уставом чужие драма. Жизнь полна страданий, не так ли? Маленькие запутавшиеся грешники, да? Это из-за того, что вы очень плохо себя вели, мои прошлые. Нет других причин для страданий. Ну, кроме еще одной причины. На самом деле вам это нравится. Бассейн. Мама, 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 мама
жизнь такой, почему того, что я тупой. Я кажется, мой любой, но ты меня на месте меня ставишь в стол. А какой ты чувак, поешь его губы, и могу ты меня всем разу. Если такого не понятно, фразы тут, если такого заумный слов, что спасибо, я не готов, я очень не готов. Тут такой лопаток, но что за лопаток, понять я так и все. Новая песня, ты статный стихи, так вот, стой, слушай, стой, заводи. Удачно раскладывались лишние жизни, которые нам досталось. Там все случилось, не будем.